Сейчас Разведка увидишь. идет. В пункт Б никого. Заходит. В планте уже. Ага. О! Там несколько, да, их? Да, там много. Готовы? Идем, 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 пойдем, пойдем. Так. Опа, здорово, пацаны, еще на Б, да, зашли? Нет, все в церкви на... На! Капель, капель, КТ пробежал, КТ. Уходит, походу, пода хотят уйти. Бомба в пленте, бомба. Капель, убить. Скам сработал. Давайте выезжаем. Ребятушки, это Б. Друзья, я думаю, по этому началу вы уже прекрасно понимаете, что сегодня вас ждет просто офигенный видос. И так оно и есть. Что ж, я всех приветствую, с вами команда More Games, и сегодня мы с ребятами подумали, а что будет, если мы каждый раунд будем укреплять какой-то плент, играя за КТ? Сможем ли мы угадывать, в какой именно плент пойдут противники? И даже если угадаем, сможем ли мы вот таким вот образом выигрывать раунды? И как вообще на вот это вот все будут реагировать наши противники? Сегодня мы и собрались, чтобы это узнать. Друзья, ролик сегодня будет просто максимальнейший угарный, поэтому обязательно смотрите его до самого конца. И, конечно же, поддержите этот ролик лайком, потому что мы стараемся для вас. Мы стараемся пилить для вас годный контент, и обязательно этот контент поддерживайте. И что ж, давайте скорее начинать. Присаживайтесь поудобнее, не забудьте про лайк. Всем желаю просто приятнейшего просмотра, а мы стартуем. Ну поехали, пацаны, давайте, занимаем все БПН, просто прячемся по разным позициям. Давайте в разные углы, я вот дарк займу. Просто ждем, ждем, пока их побольше сюда зайдет, и только потом выходим. Идут, сейчас идут. Дать. Так, мы хоть первый раунд-то угадаем. Будет тупо, если нет. Идут, идут, идут. Че, а чисто? Мы ходу быстро стахнули. Ебать лохи. Готовы? Нет, рано. Это не этот плент! Готовы! Классно. Не угадали. Первый, блин, комом, пацаны. Ладно, погнали выбивать. Да, это не так просто, как оказалось. Даже с пистолетки сложно угадать уже. Я думал, они, очевидно, Б полетят. Песках там. Ребятам нужно еще как-то успеть! Пунсе где-то в доме. Это еще и сложно выбивать на самом деле. Ну, вот куда вы думаете, они сейчас пойдут? На Б. На Б. Вот сейчас думаете на Б. Ну давайте еще разок. Еще разок попробуем, ребят. Так сказать, ставка сделана, ставок больше нет. Точно так же просто давайте спрячемся. Ой, ждем, ребят. Идут, идут. Уже здесь, близко. С калашами бы не очень хорошая идея. Тихо, тихо. Пускай вплывает. Заходит много. Давайте, готовы? Давайте, раз, два, три. Да. Побежали! Алло, кто на нас? За первым? Найс. Такое! О, это стакбэ. О, как хорошо, ебать. Вы купили калаши, парни, да? Причем здесь калаши, блять? Сейчас по-любому надо на плент, пацаны, все в пятером. Это 100%. Смачок сработал, я туда отвлекающий, да, в начале раунда? А вот я честно, на Б отвлекаюсь. Я даже не думал, что ты так можешь. Не, мне кажется, надо. Я даже не думал, что так может сработать вообще. Так, давайте все прячемся теперь где-нибудь. Я вот в тюрьме. Я сейчас еще раз дам, чтобы они подумали, что это опять А. Ой, точнее, опять Б. Пески, уйдите. Кто-то тоже. Мне кажется, они сейчас так же на пойдут. Сидим, давайте, до талого, не пикаем просто. Ждем, пока прям зайдут поглубже. Есть, проходит, проходит. Влонг куда-то топнул. Может, Б тогда сплетует, если влонг топнул. А вот это я не знаю. Может, обходит, собирает инфу. Мне кажется, они опять фулла стали. А, упал с канавис, с балкона. Давай, у вас в пленте уже. Они тут уже толпой. На шорте убил. Встречаем, лонг смотрю, никого. Все, бомба у нас. Все, группируемся снова. Работает засада, мужики. Когда они, интересно, поймут, что нужно как-то одного отправлять чекать плент и убегать другой. Фул в саде, да? Куда я попал, ебать? Давайте еще раз. А. Мне кажется, опять они... Да, давайте, давайте, наверное, попробуем. Или все-таки опять Б попробовать. Вот я не знаю. Ну давайте, да, давайте, давайте без смока просто так же, ну, на А спрячемся. Вот сейчас флешка Б была. Или мидл. Ладно, прячемся, прячемся, ребят. Просто играем в угадайку. В любом случае, на какой-то плент они допридут. Ну вот на Б. Это на Б. Либо это дикой, может быть. Идет. Есть сюда. На! Идут. Я одного только слышал. Может, они уже начинают информацию. Ай, в шорт прошел. Все, поехали, поехали, бомба у нас, парни. Бомба здесь, бомба здесь. Давайте, давайте. Встречаем их! Бля, чисто, бля. Куда вы хоть бомбой идете? Пиздец, проебали. А где остальные? Остальные, наверное, с КТ идут. Походу, да, с Б идут. Они начали делиться. Да, 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 они начали делиться, но бомбу все равно к нам притащили. Да, ребятки, конечно, вы даете. Ну слушайте, можно. А, библиотека. Да, да, да. Я тут нормально посносил их. Да, ребята, конечно, не везет вам.
Не туда вы бомбу несете. Надо сейчас Б по-любому встать в пятером. Мне кажется, они на это А больше не принесут бомбу. Все, последний сейвит не придет. Не, честно, я даже не думал, что реально так типы будут в тупую сразу же все вместе и с бомбой заходить. И причем столько раундов подряд. И мы еще угадываем настолько идеально. Кроме пистолетки. Вот пистолетка единственный обсер был. Так, пока вообще идеально у нас все идет. Так, надо Б. Надо Б. Давайте все встаем в пятером. Но либо по-любому сейчас, ну я уверен, что они не принесут бомбу на А. Может, там, конечно, люди и пойдут, но бомбу они, наверное, на Б принесут. Смог давать на А, нет? А я не знаю. Может, пофиг, пофиг, наверное. Не надо. Окей, окей. Не кидай, не кидай. Просто играем, как играем. Все, не шумим, ребята. Просто сидим здесь. Ждем свою наживу. На, а, что-то кидают. Граната. Что, они на Б, что ли, не пойдут? Вообще не пойду. Все, ставь, быстрей. Пинки. Ставлю, ставлю. А, не угадали. Нифига, они три раза на А пошли. Ну, это уже не считалось. Все, это бестокнули. Сидим, принимаем. Кушаем. Они просто вообще ебануты, они сейчас будут сейвить, нахуй. Это просто, это, я не знаю, это деградация, нахуй. И вообще ноль на это на Б приперлось. Ну ладно, мы и так три подряд угадали. Я не знаю, как сейчас. Вот сейчас бы, может на Б пойти сейчас опять? Я вот не знаю. В песках. Под балконом. Бля, ну, справа. Ретейкать на самом деле достаточно тяжело. После того, как мы... Давайте быстрее, там бомба уже сейчас взорвется. Да, не успеем, походу. Ой, тут да. Че? Ай, ну... Да, ну тут... Тут есть и обратная сторона медали, то что мы реально еле успеваем добежать до бомбы. Есть шанс, конечно, ретейкнуть, но очень мало. Бля, не такие уебищи, как мне бесит это, бля. Вообще, бля. Стак, нахуй, свои жалки собрали, блядь, и с своим тактиком. Чё это, нахуй, за мета такая, ебать? Это просто пятером вставать сами, так они еще не то, что встают, они просто в закрытую все позиции занимают и встают. Чё, если честно, на мажоре все эту тактику юзать будут. Надо качать эту карту, нахуй. И, друзья, перед тем, как мы продолжим этот угарнейший ролик, я хочу переместить на замечательный май CSGO и сходу сегодня открыть свой любимый кейсик. И это, конечно же, кейсик Сквидварда. Ну и давайте, пожалуй, сегодня зарядим его сразу 10 раз, рискнем и откроем его на 22 тысячи рублей. Ну и я надеюсь, что что-то интересное он нам сегодня насыпет. Так, АК-47 Пантера Онка. Ни хрена себе. А, этот калаш уже 24 тысячи стоит. Совсем недавно он 1015, по-моему, стоил. Ни хрена себе он вырос в цене. Вот за это я и обожаю этот кейс. И я даже хочу открыть его еще разок. Давайте, пожалуй, продадим парочку скинчиков и зарядим на весь оставшийся баланс. И давайте посмотрим, что нам упадет еще. Ай, ну ладно, кейсик решил, что нам и того дропа более чем достаточно. В принципе, я с ним согласен, потому что мы и так очень жирно достали. И, пожалуй, тот калашик я точно себе заберу. И, конечно же, друзья, напоследок я хочу напомнить, что прямо сейчас мы совместно с PyCSGO проводим просто мега топовейший розыгрыш на три вот таких вот дорогущих скинчика стоимостью более чем 40 тысяч рублей. И чтобы их забрать, вам всего лишь надо активировать вот такой замечательный промокод MGG, который, во-первых, даст вам аж плюс 40% к пополнению, а во-вторых, активировав его, вы автоматически принимаете участие в этом топовейшем розыгрыше, результаты которого будет известно уже ровно через 10 дней. Поэтому поспешите, сам код и, собственно, сама ссылочка на сайт, конечно же, будет в описании, поэтому собирайте годноту, всем желаю удачи, а мы продолжаем. Так, чё мы, еще раз Б попробуем? Да. Ну давайте, давайте. Мне кажется, рано или поздно они точно должны прийти. Не, да. Думаешь? Нет, нет, банан, стреляет. Банан. Тихо, тихо. Может, отвлекающий какой-то? Один. Да, он один. Засланный казачок какой-то. Надо, чтобы одного пускать, чтобы он просто на мясо вышел. В натуре, ебать, ты умный, оказывается. Да не, блядь, ты просто тупо не додумался. Закрой рот свой, ебанат, блядь. Меня все вообще взрывают. А и моликами проверяют там все позиции. Походу... Да, погнали, погнали выбивать. Один человек справа. Ну как они? Они просто 4 раунда подряд ходят на... Это каким образом вообще? Ладно, давайте тогда в этих, в песках все впятером в тупую сейчас засядем. Просто прям вот в одной позиции. Да, плюски плюс тюрьма можно. Вообще без плента. Блин, ну выбить сложно. В пленте один сидит. Не умер. Ох, фак, clear the area. Давайте сейчас просто на Б выйдем, а? Один первый тип. Они сейчас Б будут сакать. Они будут, они его уже сейчас на встанут. Мне кажется, они опять на Б встанут. Давай я Б вылечу мясо. Давай. Смотри, если они там. Так, ребят, давайте все прячемся. Все садимся в песках. И в тюрьме, и плент мы освобождаем. Давайте сидим здесь. Никого нету, вроде. В сайте никого не видел. Заходим. Я союз тебе. Ай, давай, давай. Это А, это А. Все, я бегу. Давай, сидим зеленый, принимаем. Не, вообще забили. Идут, идут, идут. Сванга 2 вышли! А! Я испугался! И в библиотеку ушли просто. Там рано спалились как-то вообще. Да, как так? Зачем кто-то чекал так? Ну они походу сейчас стянутся под Б. Ну да, они все Б уже. Да, они просто инфу собрали, они...
Ну вот они уже поняли, как мы играем. Не, нам нужно прям прятаться. Давайте сейчас на А спрячемся и вообще так, чтобы они нас нигде не могли увидеть. Ты что, братан, ты в ту сторону смотришь? Да, ну они поняли, как играть. Я дважды не увидел откуда. Я тоже не понял. Я думал, по тебе свой пострелял. Да, я тоже вообще-то в один момент так подумал. Странная ситуация произошла. Почти. Ну да, шанс был. Так, все, нам нужно как-то спрятаться так, чтобы нас не спалили. Все, мы нашли, как он жить. Мне кажется, они сейчас опять остынут. Да, мой слабости, блядь. Давайте, короче, прячемся так, чтобы они нас вообще не увидели и никуда не ушли. Просто шли до конца в плент. Все, не открываемся, ждем прям там, когда уже вот прям кого-нибудь из нас там убьют и так далее. Зачекают. Идут, да. Слышал, в доме. Или шорт. Тихо. Шорт, да. Шорт заходит, кидает смок. Готовы, парни? Это недавно. Нет, смотри, где-то. Вот здесь, это. Как вы чекаете нахуй? Ставь, выходим! Выходим! Там поставил. Он тебе каленый. Не поставил. Бомба где-то в пленте. Выбивайся! Да, лежит бомба. Лежит бомба, да. Все, и последний остался. Лонг. Это забавно. Да, так я не позиции занимаю, что вы выходите и их не видите, блядь. Да все, давайте, короче, так делаем. Просто один бежит в сайт, нахуй, и все. Мне похуй, даже я могу бегать. Давайте я на А побегу. Вот сейчас куда они пойдут? Они бейт пойдут? Я не знаю, я честно. Или они еще раз А пойдут? Мне кажется, еще раз А пойдут. Я тоже так думаю. Наверное. А может, в библиотеку все сядем? Чисто придумал. Ну, я вот не знаю. Ну, можем, давайте попробуем реально здесь. А смог давать на А, нет? А, нет, лучше под лонг не открываться. Давайте вот так. Вот так вот. Вообще далеко, да, парни, давайте спрячемся. Это Б. Или один просто делает бы звук. Скорее всего, звук делает. Все, прям прячемся так, что вообще никого. О, бегут, а, зашли. Уже в пленте. Да, никого нет. Они в пяте всегда сидят. Где, в пяте? Да. Нет никого. Давайте, бомбы. Выезжаем! Ребятушки! Это Б! Да, алло! А, где звук? А, где звук бомбы? Вообще ни единого писка не было. Я дэф, прикройте. Терма! Бил! Бля! Я дефу. Они уже играют, как мы. Свалой, они в лангу двое. Найс. Все. Ну, нормально. А что вы на Б делали, блядь? Что мы на Б делали? Мы на Б пошли Б чекать. Мы же сказали то, что А чисто. Почему мы не сразу не сели? Ну, иди в КТ просто будут сидеть. Сидите в яме, я буду выходить в сайт, и все. Мне кажется, ну вот сейчас надо Б. Мне кажется, они опять на А пойдут. Думаете? Не, я думаю, надо Б попробовать. Давайте попробуем. Я в церкви. Okay. Я думаю, надо угадать. Нет, давайте прям ну кто-то в церкви, кто-то в пленте, ну, просто как закрыто. До этого сидели просто. Да. Они все равно там нас не видят, ни хрена. Им надо глубоко пройти, чтобы прочекать. Верим, что это будет Б. Надо угадать. Наконец, этим плентом. Им просто Б не нравится, и все. Да как будто да. Мне кажется. Ну че? А, никого нет. Точно. Они КТ засели просто. Я услышал звук, туда и бегут. Не хотят сюда идти. Да. Я не знаю, с ними что, просто в тупую А вставать? Получается так. Блять, да они не приходят сюда. Мы пытаемся угадать, и они тупо сюда не ходят. Ну хорошо, будем А всегда играть. Они могли подумать, что мы в прошлый раз были на Б. Ну могли, да. Но все равно. И поэтому, типа, они пошли снова на А. Ну мы очень быстро стянулись. За смоком. Да, ой, в библиотеке. Ой, а! Это легенда. Ну, да, понятно. Они здесь уже близко позанимали. Ой, еще один. Ну, я не вижу, что тактики тупые. Либо фулл стак, либо просто КТ сидеть. Так, ладно. Походу придется, давайте прям прячемся как-то на... Давайте вот в песках, например, можно там под балконом сесть вообще незаметно. В самих песках тоже третий. И да в тюрьме четвертый. Тюрьму они сразу же теперь проверяют первым. А, ну давайте тогда тюрьму... Ну тогда двое остаются в библиотеке, и в пленте только этот. Только пески, три человека. А мне предложение в пятером в дом. Ну... В принципе, можно будет в следующем раунде, но уже поздно. Ну не ходят. Просто спрячемся по пескам. Играть. Тихо, только быстрее уже. Они уже могут быть близко. И сидим. Есть. Попали даже. Ну это дикой просто. Мне кажется, они пойдут сюда дальше. Не, кто-то есть. На бой никого нет, пацаны. Все, я иду. Кинь смог. Проходит. Лонге проходит, лонге. Они с двух сторон. О, все будет ставить. Чего? Это Б, бля! Они охренели! Сука! Попробуй их прогадай, прочитай! Библиотека. Ну и все в библиотеке. Это фулсака был. Нихера они фейкуют. А как они это понимают вообще? Я уже сам не понимаю. Я это сам уже ничего не понимаю. Это казино-рулетка. Да это реально. Ой, красный, черный. Ну я столько раундов ждал их на Б, ни разу не пришли, и только мы уже поняли, что они туда не ходят, и они туда пошли. Кройте, в тёмке будет, тёмке. Банан двое. Двое. Ать. Нормально, успеешь.
Хорошо. Первый наш ретейк сработал, мужчины. Ура. Что мне сделать? Ебать, вы молодцы, нахуй. Бомбу хуй пойми, куда поставили и пошли на банан, блядь. Прости, мы еще тупее, чем вы. Ну давайте еще раз попробуем. Сложно, сложно. Да, это реально тяжело. Это правда слишком тяжело. Так, я в доме сяду. Ой, я спалился, парни, в доме был. Походу мы можем на Б уже стягиваться. Да, да, да. Один на лонг. Погнали, один. Погнали, сразу вот же. Разменять, найс. Да. Сразу же полетели. Четыре фоу, блин, есть. Так, это сверху сидит, сверху. Да. Но все равно, смотрите, они очень быстро Б заняли. У них все равно бомба быстрее на Б несется. Надо, походу, Б все-таки сейчас встать. Выиграйте этот, вы 2 в 1 всего лишь, он может выиграть еще. Да, но я только не понимаю, где он, подожди. Я тоже пока не понимаю. Темка, смотри. Не, банан, нет, банан, банан. Банан. Все, давай. Диффуз сделай. Нет, 10 секунд. Все, убил. Nice. Я успею, если что. Да успел, вот так, нормально. Да, да. Успел. Ну тогда ниндзя. Спасибо. Ну давайте Б сейчас станем, я не знаю. Я просто не понимаю, как они это делают. Это какие-то гении сидят там. Я уверен, сейчас вот будет опять не угадано от нас. Но я кину опять смог, как типа два раунда до этого. Типа мы опять А заняли. Так, давайте, короче, двое в церкви и один за тройкой, двое в темке. Как-то так, чтобы максимально они нас не нашли на этом Б. Ну как и в прошлые разы, да. Ну да, ребят. Угадаем в этот раз. Они сейчас ходят в оба плента. Идет. Надо Б, по-моему, бомбу. Один идет сюда. Уже в пленте. Спалил. Да. Я потрачу на тебя все самое лучшее. Это Б. Они все в этом, в дарке. Да, мне колосс. Они все, у них разведка. У них, сука, разведка теперь. Они не несут бомбу. Да, всегда один заходит, видимо, и проверяет весь плент просто. Да. Но я так и думал, что так и будет. Я так и думал, что под конец так оно и будет. Да что они с диглов ставят справа в Библии? Они сейчас на Б поставят. Нет, на оставят. Нет. Да. Так. Тюрьме. Тюрьма. В дефолт стоит, да. Умер. Убили. Все. А, все. Так, последний раунд, ребят. Последний раунд. Нам нужно угадать, попробовать, допустим. Играем допы там как же. Как нам... Подожди, а может реально в церкви сядем и пусть он зайдет и чекнет весь план? Так, ну надо подумать. Давайте попробуем. Да. Нас за тройками, да? Он проверит, что в тройках никого и скажет, что давайте, все, погнали. Погнали. Ну смотрите, если, короче, они сейчас не придут на Б, и мы не угадываем, давайте тогда отдадим им игру. По-честному. А если нет, то играем допы. Жестко. Разведка идет. Он Б никого. Заходит. В планте уже. Ага. О! Там несколько, да? Да, там много. Готовы? Идем, пойдем. На шифтах. Опа, здорово, пацаны, еще на Б, да, зашли? Ебать, они все в церкви, нахуй. На! Капель, КТ пробежал, КТ. Уходит, походу, по да хотят уйти. Бомба в пленте, бомба. Капель, убить. Скам сработал. Смотрите, что они пишут. Какие же долбоёбы. Какое ГГ, еще не ГГ. Еще не ГГ, ребята. Так, как нам сыграть в данный момент? Так, надо как-то... На, давайте, наверное, в Библию просто встанем. Ну там, блин, я не знаю, где можно спрятаться вот на... В доме. В доме, в дом ходили. В дом один ходил. Ну можем попробовать, давайте очень быстро попробуем. Только на балконе, вот то есть вот здесь, вот в самом начале. Внутрь, да. Только очень быстро, чтобы они не успели услышать. Блять, быстрее еще. Проходит уже. Близко. Зайди внутрь. Да они видели, блядь, походу. Да, уходим Б, я не увидел. Не, увидели, походу, да. Да, никого. Да, это Б. Да там не успеваешь запрыгнуть. Я, блядь, коробку застакался 20 раз. А кто у нас там на бочку не мог залезть? Да я. Я просто подхожу с планта, тип сидит перед бочкой. Пум-пум-пум-пум. Прыгает. Они на плюс В просто сразу же карту уже всю пробегают. Это есть. О! Гробы. Пацаны, у меня идея на один раунд. Гробы. Давайте тоже немножко иначе сыграем. Один разок. Давайте их nice. На банане и в меду сейчас резко запушим всех. Давай. Не, у меня в команде животные нахуй играют. Это пиздец. Фиолетовый это просто бездарь ебаный, который не понимает в этой игре. У него два типа сидят в Сити на глубоком. Он стоит в церковь и смотрит Сити. Ебать. Рак мозга или нет, блядь?
Да, они же бегут, они вообще с ножами бегут. Я говорю, они настолько быстро не могут пробегать. А, наверное, да, да, давай попробуем. Так, что, два банана, три мид пошлите. Да не, просто с оружием. Неги взять? А я не знаю. Ну просто давайте попробуем. Банан кто-нибудь. Двое банан, да, и три мидл пошли. Просто пушим без остановки, не ждем, ждем. Да, 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 да. Без гранат вообще. Выходим и перестреливаем просто. Тихо. Здорово! Еще в яме, еще в яме, в яме. Они просто бежали, они на ноже бежали? Да, 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 там они оружие только доставали, пытались. Как вам такое, пацаны? А где еще два? Дом, походу. На секонде. Да, на секонде. Убил. Nice. Канал, может быть. Может, просто... дом пробежал уже, неизвестно. Мне кажется, они в ахуе. Балкон, балкон. Балкон. От слева таких... вот, ага. От таких мега-стратегий. Вон там, он к вам пошел на балкон. Нихера так. Себе. Как он вышел вообще? Бомба у вас? Да, да, она в яме лежит. Ну и все. Смеда. Все просто. Блять. А может и не все. Справа. Мы прибьем. Ух, хорош. Еле забрали. Просто ебаная дура в команде наслила игру. Так, все, продолжаем угадайку, пацаны. Один раунд поугарали. А мы их это заставили напрячь очко немножко. Че, давайте под Б. Давайте под Б. И снова сядем в это, в церковь. Что-то кажется, что вот это сейчас будет. Ну, сейчас посмотрим. Давайте, все, сидим просто и не палимся. Это разведчик, наверное. Контужен. Идет. Челкает что-то. О, парочка, да, вроде? Да, все. Да, кидает, кидает. Три человека точно здесь. Много, много, да. Идем, ставь, идем, ставь, идем. Ставь, выходим, ставь, выходим, ставь. Парни, поехали! Здесь, здесь. Здорово, пацаны! Синий, куда ты смотришь? Животное. На банане слева. Еще. А я уже диффужу, насрать вообще, все нормально. Не играйте в эту игру. Не играйте в эту игру. Синий ливни нахуй, с фиолетовым мы закроем нахуй, блядь, соло, блядь. Два ебаных, сука, тупых идиота, блядь. Найс. Бля, ну, в принципе, у нас больше, чем в половине раундов получилось угадать. Мы три забрали. Да. Но последний раунд остался. Мы три за КТ еще каким-то образом забрали. Ну, затеров мы уже такого не сделали. Бля, ну это угарно на самом деле. Мне интересно, они вообще там общались как-то в игре? Я, кстати, не посмотрел, они в пати были в пятером? Не-не-не. А, ну, кстати, может быть, там что-то угарное. Что-то угарное, может быть, у них там было в чате. Когда разведчик докладывал. Да-да-да, мне интересно, как у них там реально это происходило. Крик засад! В миду минус справа. Я честно не думал, что это вообще так вот как-то сработает. То, что мы каким-то образом сможем столько раз их развести. Но стоит отметить то, что они тоже там гениальные штуки какие-то придумывали. Да. Они хорошо, да. Мы их не могли прочитать, не знаю, там раундов 5 подряд, наверное. А все остальное мы реально читали, угадывали и всякую тоже угарную херню придумывали. Банан, по-моему. А, еще пленти, Ванечка. Блять, прям под ноги. Убил. Авик убил в доме. Спина, банан. И тюрьма. Да. Тюрьма минус. Спина и лонг. Спина и лонг. Керамы влетели на них. Спина убил. И лонг последний. Я думаю, пацаны не так плохо играют. Это победа. 19-17. В этой гениальной игре мы переиграли наших противников. Они вас отымели, нахуй. Трех дебилов ебучих. Какие вы, сука, пиздря. Бля, даже до допов, понимаете, эта катка дошла, и мы еще там откамбэчили как-то до этих допов. Да, я на допах за КТ взяли все. Я думал, мы вообще ни одного раунда не угадаем да, на допах. Да, да, да. И это максимально, конечно, угарный видос. И на самом деле это работает тема вполне. То есть несколько раундов в игре, там 2-3 раунда можно такую херню провернуть и угадать, куда пойдут типы. Понятно, что всю игру вот таким вот заниматься, как мы, я не знаю, как у нас это получилось вообще. Но когда мы не угадывали, было просто нереально сложно выбить плей. 5 в 5 сделать ретейк, это очень тяжелая на самом деле херня. Мы вообще вот, мы очень много раундов проиграли, когда не угадали. Было действительно сложно. Но это было забавно. Я честно не думал, что даже такой прикольный результат получится.